Это очень сложный вопрос. К сожалению, если такие люди существуют, то знают об этом только они. Мы это никогда не узнаем. К чему нас ведут? Хочется, конечно, верить, что к добру. Очень хочется к этому верить. Потому что, ну, если так задуматься, то если нас ведут к злу, то те люди, которые руководят всем этим, то они же тоже могут погибнуть, если там Земля, например, сойдет с орбиты или еще что-то, какие-то катаклизмы произойдут. То есть это не в их интересах, в любом случае. Мы все живем на одной планете. Я считаю, что все-таки, наверное, над нашими президентами, ну, не столько над нашими, нам, нашим президентом мировым приходится именно лавировать вот между интересами стран. Вот это их над ними, это управляет некими процессами. А есть ли масонская ложа? Не знаю.